Остров. Самолет разбился. Да уж, этот эпизод дал больше вопросов, чем ответов. Боже! Внутри кокоса оказался кот, который был у меня в детстве. А на его ошейнике написан номер нашего рейса. Морчание. Где мы? Остров. Какое интересное начало. Наверняка все, что они сказали, объяснят в последующих эпизодах. Не верь тому, что я сказал тебе в прошлом. Это был не я. Но сейчас я. Это я, и через секунду исчезну навеки. Возможно, я вернусь. Остров. Штука из лавы. Вот почему они показали ее в нарезке из предыдущих серий. Так, если корейская пара не говорит по-английски, как они смогли ответить на вопрос 23 по вертикали? Это слово-загадка задом наперед. Что это значит? Наконец-то! Этот эпизод уж точно ответит мне на все вопросы. Гомерчик! Дети ушли, а Мэгги спит. Прекрасно! Это не подождет еще 104 часа. Она ушла. Она хлопнула дверью. Что это значит? Что это значит? Это значит, я в бешенстве! Это слишком простой ответ. Благодарю, что пришли на обсуждение сериала «Остров». Мне нравился этот сериал. Было здорово, когда полковник Даркоутер... Спойлер! Я досмотрел только до 17-го эпизода 3-го сезона «Смерть кокосового крема». То есть ты не знаешь, что 5-й сезон оказался полной чушью? Спойлер! Гомер, успокойся, это же просто выдумка. Этого не было. Спойлер! Гомер, ради бога, я пытаюсь уложить Мэгги спать! Прости меня, солнышко, мы здесь обсуждаем сериал под названием «Остров». Да, все верно. Про то, как самолетик сделал бабак, а человечки не умерли. Знаешь, что будет дальше в твоем дурацком сериале? Во-первых, окажется, что таинственный остров находится в 15 милях от Лонг-Бич. Во-вторых, что дерево-портал ведет в ад, хотя до этого создатели фильма утверждали, что это не так. И в-третьих, что весь остров — это гранула космического наполнителя для кошачьего туалета. Спасибо, Мардж. Ты испортила мне весь сериал. Присоединяйся. Частная вечеринка в честь последнего эпизода. Но... Он просто показывает мне, что такое гнев божий. Ладно, но если грянет гром, не беги ко мне перекрещиваться. Желаю доброго вечера. Помрачительно, правда?